Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, как я говорил, сейчас мы сделаем... Откуда ты вылез там? Сейчас мы сделаем себе вот ту нереальную броньку и пойдем куда-то в другое измерение. Да, так, сейчас мы вот это заберем. Сначала вот это мы все сюда пораскладываем, так как куча у нас всего. Еда. Так, но это мы пока что заберем. Это все. Так, это вот сюда. Так, идем и сделаем себе вот ту броньку, ребята. Бронька, в принципе, должна быть офигенная. Сейчас, как она там вообще делается? Так. Ага. Вот это понятно. Это, в принципе, тоже. Ну, да. И да. Так. Ну, конечно же, еще нужно железо, да? Понятно. Ну, понятно-непонятно, но сейчас. Идем и себе, ребята, сделаем ее. Так, как она там вот там. Так, отлично. Охренеть, какая она зачаренная. Короче, она на все зачарена, что только возможно, да? Так, сейчас, ой, это как у нас делается? Так, это у нас вот... нет, как? Так. Не, сейчас, твою же, я уже и забыл, как она делается. Ага. Походу, вот... Да, вот так, отлично. Это как делается? Это... Да, это вот так делается. А вот это вот так делается. Ребята, у нас самая лучшая бронька есть. Ну, почти самая лучшая. Может, там еще из боссов еще намного лучше будет. Но смотрите, какая она нафиг зачаренная. Офигеть. Protection 5. Короче, и мы еще себе сможем сделать еще пару таких сетов броник, так как у нас уранима и титанима, в принципе, уже хватает настолько броник, что капут. Ребята, мы же нашли вот то дерево нереально, да, где там куча вот этих всех блоков. Ну, как бы дерево, которое состоит как бы из тех блоков, да. И там просто нереальное количество вот этого, сколько себе ресурсов набрали, да. И сейчас... Сейчас, ребята, что я думаю? Сейчас мы, наверное, все-таки пойдем куда-то в другое измерение. Если, конечно, найдем какого-то... вот того. Нет, тут мы уже были много раз. Там бы каких-то других вот этих муравьев, да, так как, в принципе, остальные у нас уже есть. Сейчас мы, ребята, в принципе, поищем. Так, еды, я не знаю, хватит ли еды. Это вам, бычки, покушайте. Так, сейчас. Сейчас, ребята, побежим куда-то вот сюда. Как раз, если по дороге найдем какого-то, как его там, муравья, да, то, в принципе, будет отлично. И, о, красный, это вот тот. Так. Это там, где динозавры, да? Да. Сейчас. Так, давай, разлагивай. Так, сейчас. Так, и, ребята, сейчас мы, наверное, будем все-таки искать базилиска или, может, еще какие-то другие спаунеры. Вроде некоторые говорят, что Годзилла... Датхаре. Что Годзилла сам спаунится. Некоторые говорят, что нужно для него... что нужно для него найти спаунер, как бы, да.
Сейчас мы, ребята, поищем, может и Годзиллу нафиг найдем. Хотя, как, даже если мы его найдем, мы... О, ребята, мы что, уже базилиска нашли? Отлично, это базилиск. Да. Ху. А то, в принципе, в тот раз мы его прокакали. А сейчас у нас их уже две штуки есть. Сейчас мы его убьем. Я так думаю. Значит, тут есть спавнеры его. Может и того последнего босса, который нам нужен заспавниться, мы тоже его найдем. Потому что я даже не представляю, что это за босс, где он спавнится, как он выглядит. И Кракен. Может, Кракен тоже спавнится? Гаст. Нет, гаст нам нафиг не нужен. О, это что, пещерки? Пещерки тут? Так, что тут и... Нет, сейчас, что там? Нет, это... Соль или что это такое? Вроде соль. А это что? Ой. Оу. Что-то такое. Отлично. Это что? Так, это что? Так. Айрон. А, голем, да. Голем нам не нужен. А это что? Комара. Короче, какой-то динозавр, как я понял, да? Так, отлично. О, это что? А, сейчас. А, это... Это снеговик. О, с Пиксельмона вот это тут заспавнилось. Вообще офигенно заспавнилось, если честно, в горе. Ну давай уже. Эта лопата не быстрее ломается? Нет, мне кажется, тут точно так же. Да, походу. Так. Бат, снова голем, Блейз, нет. Дайте мне какого-то другого, какого-то нормального. Ну, может, Кракена, да, давай. Да, дайте мне Кракена. Потому что Кракен нужен. О, это что такое? О, это какой-то должен быть какой-то. Сейчас. О, чё за куры? А, это бабуля! Это бабуля? Вроде да. Потому что имя ее там. Ну, в принципе, если имя ее там, это бабуля. Так, давайте ее опять завалим. Или ее? О, взорвался. У нас ядра нету, но... Ой. Ой, иди-ка ты вот сюда, лук. Сейчас. Давайте. Вот так. Отлично. А это что вообще за дерево? О, это что там, бабуля? Нет, это какой-то еще дракон. Это тот же дракон, которого, я помню, мы нашли. Как бы я его увидел, но он через секунду пропал. Вот сейчас я его опять тут видел. Вот он. На карте где-то он тут. Или нет? Нет, его уже нету. Я помню, я нашел тут какого-то дракона. О, нет, ух, сколько бабуль. Бабулька, иди-ка ты вот сюда. Тут иди вот сюда. Бабуля, иди вот сюда. Охренеть, сколько всего. В принципе, нам это, ребята, и так уже нафиг не нужно, потому что мы уже убили две бабули. И даже бронька, которая из нее, нам, в принципе, тоже до одного места, так как у нас уже The Ultimate бронька есть, а она намного мне, ну,
лучше, чем все остальные. Походу. Но вот тот дракон, которого я видел один раз, может, вы не видели, но я его один раз заметил, он был. Я его один раз заметил. Когда я к нему хотел подойти, он просто-напросто испарился куда-то. Но он на карте было показано, что он там, но его там не было. Поэтому я даже не в курсе, куда он пропал. Так, сейчас. О, вот он опять на карте. Это или он, или это бабуля так выглядит. Вот он. Вот, на карте, ребята. Газел, спаун, это еще что такое? Вот, опять там какой-то дракон на карте. Или это бабуля так отображается? Хотя фиг его знает. Ребят, я помню, я его находил. Он был. Я его заметил, когда хотел к нему подойти, он просто-напросто испарился. Все. Или это вот эти, которые летают? Да нет. Хрен его знает. Ладно. Что я хотел сделать? Нет, сейчас. Что я хотел сделать? Вот. Вспомнил. О, харе. Кто меня стреляет? Так. Что я хотел сделать? Это... Сундук. Верстак. Так, ух, какой верстак. И ведро. Отлично. Спавним, ребята, мы базилиска. Так. Ху! Нужно сейчас... Отлично. Он еще и травится, зараза. Ну, жизни у него не так уж и много, да, но... По тебе, если честно, даже что-то попасть не могу. Давайте мы его, короче, вот так убьем, да и все. Конечно, будет долго. Хотя, в принципе, как долго. Ну, давай, что ты... Вот, отлично, пропало вот это зрение, или что это было? Опять, ладно. К нему, значит, близко не подходить, а то он кидает вот эту хрень, как она там называется, ну да. Сейчас мы его завалим. Почти, ребята, еще один удар. Ух. Охренеть, сколько с него вот этой алмазной броньки выпадает. О, чё-то меня валит. А это... Так, ладно. А, это поизон. Так, ладно. Давайте вот это все соберем. Выкинуть вот это все. Что нам не нужно. Так. Это бронька. Сноуголем нам не нужен. О, урон получает бабочка. Ну, от воды, да. Так, ладно. Бабуля, не будем его убивать. Ребята. О, да иди ты. Не хочу я тебя убивать даже. А если захочу, то убью за... Вот так. Все, живи. Иди нафиг. Так, там есть еще какой-то босс. Слушай, да не наглей-ка ты. Я же тебя в живых оставляю, а ты... Не будем даже вот тут собирать. Еще одна бабуля. Да, бабуля, вы что тут... Thank you.
Так. Бам, извиняюсь. Так не так, но сейчас. Сейчас, что? Да хорошо уже кукарекать там. Что вы там делаете? Вот это что такое? Чего? Готас. А, гот. Это какой-то особенный спаун, ребята. Что это за читерство? Как мы вот это сделали? О, дождь пошел. А, мы урон, да, получаем от дождя. Как мы это сделали? Да твою. Как вы меня. Чё же вам не сидится на одном месте? Сейчас, как мы это сделали? О, драйт, давайте еще вот это посмотрим, что это такое. У нас же куча всяких спавнеров, ну как бы не куча, да, но все же. Вот, что это такое? А это мы поставим вот так. Что это? Что это? А, три, да я, как я не посмотрел его название? Это вот эта фигня. Ну, фигня не фигня, да, вот этот босс. Не будем его убивать, да ну нафиг, его столько убивать, что капут. Газел, вот, этого я хотел посмотреть. А, вот эта хрень, Готоспаунер. Драйт Газел. Чё, газель? Газел. Ладно. Меч. Где вот, да, вот он. Базилиск. Сейчас. Нет, сейчас. Хотя, да, базилиск. Вот. Jumpy Bug Scale. Jumpy Bug. Так такой вообще существует? И как он выглядит? Вот. Вот, Jumpy Bug Scale. Значит, оно существует. Ну, как бы понятно, что существует. Нужно найти вот такую штучку. Камар, ну это... Гаст. Мото. Блейз, да твою ж... Так. Бет. Нет, такого у нас нету. А, нужно. И Кракена. Да и... А как Кракен? Кракен есть спаун? Или нет? Есть. Есть и спаун Кракена. То есть, сейчас нам нужно... О, еще одна звезда. Возьмем. Пофиг. Да харе уже. Сколько тут бабуль. Вот. Да. Ребята, что нам нужно в этом мире? В этом мире я, наверное, отсюда не уйду до тех пор, пока не найду хотя бы Кракена. Ну, хотя бы, да, сказал, хотя бы. Кракена или... Jumpy Bug. Я вообще не знаю, что это за босс. Ну, я уже, по идее, знаю, как они выглядят. Не боссы, как они выглядят, а как выглядят вот эти... Ихние спаунеры, да, как они выглядят. Ну, как они... На цвет, да, можно и так сказать. Потому что нужно их найти и заспаунить, да. Ну, понятно? И потом мы себе, наверное, сделаем вот тот нереальный меч. Сейчас мы все это поскладываем вот сюда. Это все вот сюда. Вот так. Отлично. Это все пускай будет вот тут. Тебя мы даже не будем бить, тебя долго убивать. И в принципе.
Нам сейчас не до тебя, да. Так, ребята, я так думаю, может, на этом мы уже, наверное, все-таки закончим. Нам нужно найти Кракена, нам нужно найти вот тот Бакскейл. Действительно. Потому что... Драйтбирд нет. Потому что нужно их найти, нам не хватает вот этих двух. Мы же убили сейчас Базилиска, да? И нам не хватает Кракена, и нам не хватает... Джемпи Бак. Вот это я вообще не знаю, как он выглядит. Вот как Кракен выглядит, мне бы хотелось увидеть. Потому что это Кракен, да, по идее, он вообще нереальный какой-то должен быть. Так, вот это выглядит такое темное, да, чтобы знать. А Джемпи вот такое более красненькое. Кракен черное, да, отлично. Буду знать... Где... О, это не Кракен случайно? Мы нашли спаун мобзилы, или это по частям как-то спаунится? Да, это part мобзила спаун эк. Охренеть, мы нашли спаун годзилы, как бы не спаун годзилы, а мы нашли часть его спауна, там же написано part. Значит, нам нужно... Это что такое? Baby Dragon. О, это нужно взять. Ребята, мы нашли спаун не мобзилы. Мы нашли спаун, как его спаун, да, но только его часть. Там же написано part. Значит... Берион... Ух, нифига себе, тут всякие еще боссы есть. Поэтому, ребята, в принципе, нам нужно еще найти остальные части. Хотя мобзилы, да, ну, то есть Годзилла, да, но он тут называется мобзилла, что-то, как я знаю. Ну, я вообще не знаю, как, и, ребята... Как убить мобзилу? Я столько видео смотрел с его убийством. Ни хрена себе, мы нашли вот эту с пиксельмона. О, это что такое? Apple Cow. О, это что? Ребят, я смотрел столько видео с этого, как убить... Как убить Годзиллу? Ну, его я даже до конца не смотрел, потому что его нереально как-то убить. Его били, и он за секунду себе отрегенивал все здоровье. То есть ему снесли там 3 урона, да, и он сразу же отрегенил 3 урона. Я просто, если так думать, то как его вообще убить, если он за секунду все свое здоровье регенит? Как его вообще убить? Это, ребята, кто знает, напишите, пожалуйста, может вы профи какой-то, может вы уже его убивали, а я не знаю, как его убить. Кто знает, ребята, то просто-напросто напишите, потому что я смотрел, ну, самые лучшие броньки, самые лучшие вещи, самые лучшие вот эти все штуки, и никак, его бьют, а ему пофиг, он дальше себе ходит, все бомбит вокруг. Магма Кьюб. Нет, это нам не нужно. Нам сейчас нужен Кракен. Это... Нет. Это мобзилла, походу. Нет, дракон. Ну, тут куча, видите, тут куча всяких спаунеров. Есть, конечно, можно их найти. О, еще какой-то спаун. Это нужно, конечно же, искать. В данный момент нам нужен только Кракен. И только Джемпи Бэк. Потому что их как бы сейчас самое такое. О, мобзилла парт. А что с этим вообще делать? Мобзилла. Ага, а как вот это делается? А, ну понятно. Нужно 9 таких кусков, да, чтобы сделать один полностью спаун, и потом... Ух, не-не-не-не-не. И потом вот этот спаун превратить как бы в яйцо, да? Понятно. А это что такое? То есть нужно 9 кусочков, ребята. Silverfish. Нет. Не нужно нам. Так. Нужно 9 кусочков. А у нас уже, ребята, есть 4. Это, в принципе, уже так неплохо, да? То есть...
половина у нас, можно сказать, есть. Почти половина. Это что? Хит, это хрен его знает что. Так. Это не будем собирать. Нам нужно вот такие, можно сказать, только разноцветные, так как разноцветные, они как бы боссы, да, и вот самые такие... Велосити... Чего? Велосираптор? Ну, что-то такое. Они как бы самые такие, да, где... Вот это. Это случайно не Кракен? Кракен! И сколько тут кракенов? А, ребята, мы... Так, ребята, отлично, нашли мы кракена. И... Осталось нам найти... Мы нашли трех кракенов, охренеть. Сейчас мы его убивать не будем. Убьем мы его потом. Сейчас нам осталось найти Джампи. Джампи Бакс... Бага, да? Как она там выглядит? Вроде что-то красноватое, да? Вот это, вот да, такое темное. А вот то такое более красное. Так, это что? Ладно, не будем и брать. Это же не Джампи Баг. В принципе, ребят, я так думаю, давайте на этом уже закончим вот эту серию. Вот я еще вот это только проверю, что это такое. Действительно, можно уже заканчивать. И нашли мы кракена, это, можно сказать, самое главное. А так сквид, нет. В принципе, нашли мы его, ребята. Я так думаю, давайте на этом уже закончим. Потом попытаемся найти еще Джампи Бага. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.